Убедительная просьба не нарушать правила дорожного движения и переходить дорогу только по пешеходному переходу или по светофору. Лучше иметь при себе светоотражающиеся элементы. Если их нет, то включайте фонарик на телефоне. Всего хорошего, до свидания. Несложное правило, но, как показывает статистика ГИБДД, далеко не все пешеходы их знают или соблюдают. А значит, эти основы надо время от времени повторять. В преддверии Дня знаний юные инспекторы вновь вышли на оживленные улицы Великого Устюга. Мы обращали внимание пешеходов, в том числе детей, о том, что при переходе дороги, прежде чем перейти, необходимо посмотреть по сторонам, убедиться, что переход будет безопасным, и затем осуществлять его в случае отсутствия на дороге транспортных средств и помех для движения. Очень важно, чтобы родители рассказали эти базовые основы ПДД своим детям. Особенно это касается первоклассников. Уважаемые родители, пожалуйста, в преддверии учебного года, начала учебного года, проведите, пожалуйста, профилактические беседы со своими детьми о правилах дорожного движения. Убедительная просьба родителям первоклассников сделать безопасный маршрут в школу и приклеить дневники. А самый лучший способ предотвратить несчастье – лично выйти на прогулку со своим чадом и на собственном примере показать и рассказать, как надо вести себя на дороге. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».